В Одинцово парад колясок впервые прошел 5 лет назад. Идею инициативных мам поддержал глава муниципалитета Андрей Иванов. Это стало хорошей традицией. Юбилейную акцию было решено провести в парке культуры, спорта и отдыха. Праздник замечательный и масса позитива и настроения. Хочется, чтобы именно в такие дни у всех у нас, у родителей, еще раз появлялось ощущение того, что мы мало уделяем внимание своим детям, надо еще больше, больше быть в семье, поддерживать семейные ценности, беречь те чувства, те взаимоотношения, которые в семьях у нас, которые у нас в каждой семье. И это, наверное, есть самое важное в нашей жизни. Каждая коляска, как произведение искусства, родители задолго начинают готовиться к этому конкурсу. Продумывают образ, концепцию. Кстати, в этом году в параде впервые принимали участие двойняшки. Самое главное на таких мероприятиях, когда ты искренне смотришь на свою половину женскую, профсоюзную, и говоришь: девочки, счастья вам, вашим детям, если что, обращайтесь. Вот, собственно, я здесь хожу и говорю: как у вас? Как наш проект «Демография»? Что нужно? Что работает? Что нет? Молодцы, большие молодцы. Вы знаете, счастье в наших руках. 1 июня не только праздник детства. В этот день родилась 5-кратная олимпийская чемпионка, герой России, первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина. Парламентарий отметила, что такого масштабного дня защиты детей в округе еще не было. Абсолютно интересная для всех программа. Хочу сказать огромное спасибо. И вообще здесь очень хорошо отдыхать, тренироваться и наслаждаться природой. Впервые наполнение программы праздника определила инициативная группа одинцовских мам. Мастер-классы для детей и родителей, фотозоны, спортивные состязания и многое другое. Здесь каждый нашел занятие по душе. Сегодня солнце, много улыбок. Мне очень радостно, что большое количество семей, которые объединились в этот день для того, чтобы декорировать свои коляски, для того, чтобы прийти всей семьей провести это время вместе. И я всех поздравляю с Международным днем детей. Любите своих детей, целуйте их, обнимайте, потому что это очень важно. По итогам парада колясок были названы победители, которым удалось покорить сердца членов жюри. Они своим примером еще раз доказали, что нет ничего важнее семьи. Петр Горохов, Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».